Что-то Киара не видно. Возможно, она родила. Ребят, небольшая вставочка. Кто хочет узнать первым, увидеть роды Киары, щеночков, залетайте в платную телегу. Ссылка в описании. Поддерживайте. Мы говорим все как есть. Я лично говорю все как есть, поэтому без обмана. Поддерживайте, а вам новые новости прям вот на подносе. Потому что буквально считанные часы все может начаться, и вы будете первыми. Приятного просмотра. Сегодня 12 как раз. А нет. Не родилась. Да она бы не вышла-то. Ну сегодня ночь, скорее всего, будет. Вроде живот имеет. Тише. Давайте отпустим. Иди, моя сила. Иди, моя сила. Идите все спать, блядь. Тише. Люди, ради бога, тише. Дюх, беда. Умеете, да? Угол, видишь, меньше. Показывай. Вот, берем и срываем кость. Учу Снежану работать. Как говорится, на автомате. И вас научим. Кости убираем. Кости. Уже... Я вообще руками их так срываю. Вот Снежана. У нее сил нет. Вот, короче, вот так. Все, будьте здоровы. Пойдем. Так, какахи у нас какие? Уже все лучше и лучше. Ничего. Где твоя миска? Иди сюда. Что-то я шанти вспомнил. Не спишь. Вот так, где я сидел? Мы летаемся. Ну и красотка. Там еще есть. Сочки. Лапка уменьшается. Отлично. Молитесь. Давайте погладить. Да? Желудок заработал. Смотрите, пошли. О, а уже солнце. А только что мы мучились. Пипец. У нас дожди. Дождики, дожди. Молодцы. Нет, а на диване надо прыгать. Нельзя, подожди. Рабио, не прыгаем. Нет. Вы погуляли, нагулялись. Тише. Ой, так молодец. На меня не прыгай. Рабио, тише. Молодцы, мои шлюки. Ой, тетя. Мы ведем с собой кота. Чижика, собачку.
тю-тю. Все. Соскучились мы с арабчиком по друг другу. Нашим красавчиком. Давай, Малер. Ребят, дожди такие были, людей. Так ярко. Так, что там грели? Живот назад отходит или куда? О, да, да, и вас. Вот она. Движенцы. Муска, красавчик, багирка, красот. Идите, мои. Львачи. Вот так попрыгать надо. Идет. Мы видим с тобой кота. Муска, иди сюда. Багирка, подожди. Багир. Тише, люди, ради бога, тише. Колобуська, приветствуем на крыше. Вот так вот. Автоматический снимальщик. Молодцы, Киор, все молодцы. Вот такие пацаны. Так, ребят, мы идем волчонка колоть. Да. Идем кормить, колоть сразу. Молодцы. Да, закрывай прям. А то спайк у нас поесть. Так, ну погнали. Да, финки. Блин, дождик. Только перестанет опять. Что за вообще фигня? Прям заливает. Ну что, афинка у нас? Нормуль. Афинка моя. Так, на какая фигня наступает? Дети мои, див. Тима, класса. Идем лечить. Лекари пришли. Где? Класса. Так, ладно, быстренько все делаем. Ребят, шприцом в вену себе не попал. В руку себе в палец и в вену пробил. Пипец, опухло. Ну как? Да, скажи, это контент мы делаем. Ну реально припухло. Прям в вену, видимо, ваш посинел кусочек-то. Все, бандитка моя. Дети мои. И таблетку дали. Все делали. Ну рана, конечно, хоть чистая, но тут опухшая выше раны. Выше рана опухшая. Выдавливаешь, выходит жидкость. Короче, ранку ты себе забабахла конкретно. Однорукий блогер. Интересное создание. Так, ну чё, спускаем, держи. Ты прикайфовала. Моя ходышка, сейчас корма ей дади. Тетюшка. Уже на корме она просто поправится. Хорошо. Ладно.
Пошли. Молодец. Может, поближе? Сажай сюда, пожалуйста. Раз. Два. Три. И начинаем добавку. 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 И на кого идти? Это бойцы. Ну, что там начинается? Пожрательница. Сижа. У меня маленькая просьба. Сейчас я пока сниму. А ну открой, кстати, уголку. Открой, Миша. Паук, не видишь? Она очень пауков боится. Кыши, кыши. Может, ей легче будет на земле? Вот так вот. Не моя сегодняшка, моя сегодняшка. Это, конечно, я знал. Уши мои, девочки. Конечно. Скушай. Ребят, мне кажется, вот организм понимает, у него живот небольшой. Раньше, я помню, она там бочкой ходила. У него реально он небольшой. Щенков 7, если будет 8 максимум. Максимум. 7-8. Хватит. Не будем тебя мучить так. Главное, здоровенькие, что все были. Мы рожать будем, да? Мы рожать будем. Так, руки помыть. Мне, конечно, чуть не нравится какой цвет, но сказали нормально. Да, к нам, да. Пить больше. Все. Кера, пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем. Ребят, щенков реально немного, вот штук 8-7. Кяра, сейчас. О! Молодец. Ай, погодка, погодка. 13 июня 2023 год. Мы вышли. Будем молиться сейчас. Кярка, ты родила, нет? Навряд ли, наверное, ты бы не вышла. Она сегодня вечером будет, мне кажется, она под вечер сюда, под ночь рожает, под вечер. Молодец, Киярочка. Ладно, поехали. Машину все на ремонт отдаем. Ребят, занимаемся документами. Ребят, у нас прохладненько, плюс 19, аж чувствую, что прохладно. Ну вот, снимаю вам. Все хорошо, никто еще не рожает. Киара, ты рожать не собираешь? Она только мясо теперь есть, ни кефир, ни корм, только мясо хочет. Малышка моя, малышка. Давай проветрим будку пока. Уборка вся выветрилась. И чего? Пать, ты не кашляешь? Ты уже не кашляешь? Ой, скажи, мы родим здорово, хороших деток. Ящериц нету, яркий сегодня. Работы нет. Да, Спайк у нас уже не кашляет, красавчик. Спайк уж. Не надо, нет. Иди.
Галя, что мы делаем? Таблетки даем нашему красавчику. Иди. Можешь на тебя погладить спокойно? Спать, все, все, таблетку не выпить. Иди, все, иди, иди. Киара. А где Киарка? Сейчас в соломе. Что, в соломе классно? Пойдем, пойдем. Все, тихо, тихо, тихо. Голодный, голодный. С утра мяску. Сидеть. Сидеть. Кими, сидеть. Кими, Кими. Сидеть. Хорошо, арабси. Кими, сидеть. Кими, Кими. Сидеть. Кими, сидеть. Араб. Да ладно. Давайте я без камеры. Нельзя. Тише. Кими, Кими, Кими. Подожди. Да что вы глотаете? Ну что? Подожди. Подожди, Кими, нельзя. Уйди. Кими, уйди, говорю. Так, подожди. Раб. Араб. Тише. Так, спайку не даем. Подожди, араб, еще получше. Так, на. Не знаю, подожди, Кими. Кими. Араб, куда ты мою руку хватает? Нельзя, Кими. Так, это тебе. Это колобку. Нельзя, Араб. Нельзя. Ю. Стоп, нельзя. Нет, нельзя, уйди. Молодец, можешь. Афинка, Афинка. Афина. Кушай, Афина, кушай, кушай, кушай. Афинка, кушай. Афина, иди кушай. Давай, давай, унюхай, унюхай. Молодец, кушай, кушай, кушай. Кушай, кушай, Афиночка, кушай. Молодец, кушай, молодец. И следующим. Так. Так, пойдемте на бетон. Луна, Яврик, Тайра, пойдемте. Так, тут немножко осталось, после питбуля, но там варится целое. 50 литров. Печень, почки, легкие. Короче, хватит. Жует. Все.
Пока Тайра бегала, меньше всех досталось. Все, поели. Потихонечку набирается сил, веса. Ну, слава богу тебе. И солнышко у нас начинает появляться. Погнали. Сытые, молодцы. Ну что, через час опять дождь пойдет. Вот так вот, уже дождь. Ярко, ты че? Она идет туда, смотрит на ту будку, хочет туда пойти рожать. Ну что там родишь, где мы тебе сделали? Тише, тише, тише. Так, ну что, думаю, позаниматься собачками. Ой, так, ладно, подготовился. Ребят, подумал, может лучше не заниматься, потому что ей рожать сейчас. Крики, вопли, это ладно. Завтра бонитку заберут, если уже будет куда рассадить. А то сейчас эти могут задраться. В общем, давайте пока денек спокойно проведем. На эти глаза посмотрите. Да. По-моему, это барышня. Кера, иди сюда. Кер, иди сюда. Она там хочет рожать. Иди сюда. Иди, девочка, иди. Давай, у себя, давай. Давай. Молодец. Пойдем, Кер, пойдем. Пойдем в вольер. Солома ей нравится. И там укромно, спокойно. Ну, что, мы заниматься здесь не будем. Значит. Будем заниматься там. Ах, красавчик, смотри. Так. Уже рот открытый. Это говорит, что ест, рожать скоро начинает. Да. Уже у нее начинается. Дети мои, солнце. Дети мои, солнце. Бонит. Дети мои, солнце. Дети мои, солнце. Все хорошо. О, да. Бонита. Жить. Бонита. Уже видите, как дышит. Бонита, уйди, ну. Кер. В общем, она сегодня будет рожать. Как сейчас стемнеет, через часа два начнет. Три часа. Так, еще раз проверка. Так, чуть жарковато, наверное, надо. Хотя не пойдет сейчас. Да.
Да, моя девочка, сегодня будем рожать. Сейчас афинки сделаем все, препараты ведем и будем под контролем. Ну, она у нас сама рожает, мы будем все равно рядом, сильно мешать не будем. Ты, блин, красавица. Так что, ребят, залетайте в телегу, потому что будет весело и жарко. Так интересно посмотреть, кто что, сразу на кого душа западет, капец. Так, жарко, давай, давай, это история. Очередная история нашего питомника. Нет, ты не будешь. Здесь не надо. А здесь точнее надо рожать. Наши красотки Афиночки только мягкие даем. Грудинку там все такое без кости. Сейчас идем к ней. Я вот приготовил уже шприцы. Шприц и таблеточку. Ярко сидит в будке. Будке сидит, готовится, одним словом. Так, ну давайте я попробую ванговать, сколько щенков будет. Ну, в голове так 8 стоит. 8. 7, 8, 9, не больше у нее будет, просто вопрос. Сейчас будем считать. Рентген. Блин, что-то много считаю. Ладно, не могу. Так, идем до нашей красотки. Ребят, ну вы все видели, в принципе, эту процедуру. Поэтому давайте снимать не буду, быстрее максимально сделаем. Привет. Прибежала. Привет. Сейчас мы тебе быстренько все сделаем. Пойдем, идем. Молодец. Ой, красиво. Волчонок. Да, привет. 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 Ты сняла свою повязочку. О, в принципе, чистенькая. Давайте я не буду заматывать. Тут чисто у нас. Тогда я просто ее флоргексидином обработаю и все. Так быстрее просто заживет. Главное, что она не разлизывает. Афинка, успокойся. Ух ты, наша красивая. Мясо перед мордой поставили, она поэтому и двигалась. Подожди. Эй, Настя. Давай, вы чистый здесь. Миска, клещочка, тянись. Поможешь, хорошо. Все, все, тихо. Все, мы погнали. Сиди, кайфуй. Потерпим, потерпим, ребятка. Завтра приезжает за абониткой. Киар, давай, давай, это твое место. Надо там рожать. Да? Надо там. Тетя моя, сонечка, моя стримица моя. Смешки. Thank you.
6 утра, ну, 2 часа ночи, лёг. Она прыгает, хочет выйти сейчас. Так, ну заходим. Сейчас я коврик сниму. Сейчас. Я услышал звуки, проснулся. Она прыгает, не хочет рожать. Терпит. Сейчас я коврик сниму. Как-то солома у меня была в будке, она всю солому разгребла и родила на доске. Так что быстро же на доске. Иди, Гер, иди. А что ж тебе не так, я не понимаю. Давай, иди, Кер, иди. А что ж ты не хочешь? Ай. Ну, хочешь вот так тебе сделать. Ну рожать ты здесь, блин. Может, тоже на кухне хочет покрасить. Я дезинфицировал Киарочку. Для кого? Так, сейчас. Скулит уже, блин. Давайте. Или нервничает, или реально не хочет здесь рожать. Так, а если... Здесь она вот хотела, а ну-ка. Ну что? Прям здесь, что ли, будешь рожать? Давай, делай, что хочешь, делай. Сейчас солому разгребем. Ну пусть рожает, что